Добрый день всем! Сегодня у нас 31 марта. Продолжаем делать видео о погоде в Анапе. Смотрите, уже листики распустились. Между домов нахожусь, тут ветер не ощущается. А так у нас получается, как бы сегодня такой сильнейший вообще ветерочек. И я вот дерево одно фотографировал, хочу вам показать его, как оно выглядит вживую. Беленькое такое, красивенькое. Хотя нет, здесь уже чувствуется ветерок. Сделаем фотографию. Уже скоро-скоро все позеленеет. Будет очень красиво. Вот, вечно зеленые растения. Вон гора Супсерская тоже находится выше. В общем, всем хорошего настроения. Также продолжаю выражать благодарности тем, кто помогает собирать нам на квадрокоптер. У нас уже 9400. Хорошо, потихонечку двигаемся. Вот, смотрите, уже даже, по-моему, это шиповник, если не ошибаюсь. Вот на нем уже тоже листики появляются. И вот его никто не собирал. Старый висит. Можно заваривать чай. Все, минутка закончилась. Всем пока-пока. И до следующего видео.